Друзья, всем привет! Если Господь благословит вас иметь новый трактор в 2023 году, то хотел бы показать вам то, что вы увидите в зипе. Вот такой мешок стоит сбоку от сиденья в кабине в новом тракторе. И на нем вот такая пломбочка. С этой стороны написано МТЗ, а с другой стороны какие-то цифры. И проволокой весь мешок вот так стянут. Но при желании руку туда можно просунуть, даже при том, что мешок стянут. И сейчас я вам хочу показать, что внутри кладут на Минском тракторном заводе в ЗИП. Вот на такой импровизированный стол положили этот мешочек. Тут написано 3-23 Татарстан. Что-то еще, и написано Беларусь 82-1. И мы достаем кусачки и перекусываем эту проволочку. Не больно-то она хочет одной рукой. Вот я снял эту пробочку, лямбочку, и высыпаем содержимое зипа. Все, больше ничего нету. И что мы тут видим? Какая-то коробка, зип, кусачки, это я с собой принес, два фильтра, книжка, руководство по эксплуатации. Какой-то ключ. Так, вот такой вот ключик. Эту бумагу выкидываем. Потом еще один ключик. Эту бумагу выкидываем. Какая-то шестерня. Непонятно для чего. И одной рукой не очень удобно. Это похоже маму папы. А нет, это гайки. Вот таков состав. Бумаги сразу выкидываем. Запасные гайки куда-то колесные, похоже. Ну, что-то какие-то они непонятные. И вот такая резиновая штучка. Сейчас будем открывать коробку. Так, это все пока отодвигаем. Да, не больно-то у меня ее получается одной рукой вскрыть. Без помощи другой. Короче, если руки растут из попы, то это ноги. Вот что мы имеем. Какая-то бумага. Что-то тут написано. Таблица, запасные части, код. Такая вот ерунда. Комплект какой-то там. И начинаем смотреть, что в комплекте. Это ремень, похожий на генератор. Это запасной фильтр. Минский моторный завод. Дальше еще один запасной фильтр. Минский моторный завод. И еще один такой же запасной фильтр. И все, в коробке больше ничего нету.
все в коробку. Для руководства по эксплуатации. Сейчас его распечатаем. Вот такое все промасленное. Ну так, его тоже замотали в промасленную бумагу. И что-то в ней вкладка какая-то. Вот что кладут в зип. Вот это все. На коробку можно не смотреть. Чем богаты, тем и рады. Могли бы хотя бы еще папки-мамки положить на задние гидравлику и на боковые. А то там мамки накручены, а папки даже не положены. Придется их скручивать, а продаются они в магазинах комплектами. Жадный становится наш завод, Минский тракторный завод. 5 фильтров, 2 ключа, ремень, 4 гайки, руководство и какой-то вот, не знаю, для чего этот вал с шестерней, не знаю. Вот весь зип, который мы имеем в 2023 году.